1936 год. Берлин. Жена высокопоставленного немецкого дипломата передает советскому резиденту конверт с записью разговоров Гитлера. Со своим главным источником информации Парпаров познакомился через объявление в немецкой газете. Что такое медовые ловушки? И как с их помощью разведчикам удавалось получать сведения особой важности? Вся, значит, вот инфраструктура разведывательная тогда выстраивалась таким образом, чтобы они использовали свои возможности, вот умение общаться, работать с женщиной. В наших руках оказалась уникальная рукопись неопубликованной книги, в которой раскрываются детали операции одного из самых эффективных агентов предвоенной поры Федора Парпарова. Все, что в ней изложено, не плод воображения писателя-беллетриста. Многое до сих пор остается под грифом «совершенно секретно». Секретные материалы. В среду в 20:25.